Мы когда пришли сюда, они уже пятеро русских были там. Мы сказали, что мы хозяева, нам некуда деваться, мы будем жить здесь. Они, да, конечно, да, пожалуйста, это ваш погреб, все. Они вот здесь спали, с автоматами они были. Я здесь с сыном спала и кошка, а муж вот там вот постелил. Были такие, что они не давали выходить с погреба. Я за тебя в ответе, отвечаю, говорю, за меня, говорю, в ответе. Говорю, если бы был за меня в ответе, не пришел бы сюда. Могла извинить и матом на них уже потом, потому что если они сидят, разговаривают, вот приедем домой, там дача, там цветочки, там все. Сейчас пройдет.